Так, ну давай, без проблем, давай, сейчас покатаемся. Тогда берем не Москву, да, потому что Москву вы боитесь сравнивать. Ну, возьмем какой-нибудь другой город. Не знаю, почему, кстати, Москву боитесь сравнивать с Ригой. Ну, вроде как столицей. Ну, да ладно, не суть. Берем Томск, давай возьмем Томск с тобой и возьмем окраину города, как ты и просишь. Сейчас посмотрим, в каком состоянии здесь находится все, там дороги, тротуары и так далее. Так, видим, что дорога, в принципе, есть, но, как вы писали, что их нету в России, да, но, как видим, есть, да, не фейк, не выдуманная история. Дороги есть, хоть какие-то, но они есть. Да, прежде чем говорить, что их вообще нету, ну вот, посмотрите, пожалуйста. Так, давай тогда с тобой пойдем в следующее место, там посмотрим, как там за углом живут люди вообще, ребята. Вот, видим, что здесь нету парковок, как бы оставляют на земле, но это нормальная практика и у нас. Ну, видим, асфальт, да, не в очень хорошем таком состоянии. Посмотрим, как выглядит этот двор. Видим, что этот двор такой ухоженный, в принципе, недавно был сделан даже асфальт, очень круто выглядит, на мой взгляд, да, и как бы подход к крыльцу тоже очень даже хороший, зимой можно не упасть. Так, хорошо, давай тогда с тобой возьмем сейчас, наверное, Ригу, сравним Ригу с Томском, да, потому что Москву мы боимся с Ригой сравнивать, да, потому что там можно немножечко обкекаться. Ну, ничего, давай тогда с Томском и Ригу сравним, окей, без базара. Так, идем тогда в Болдырай, это тоже как бы считается окраина города, и посмотрим, как же здесь живут люди. Так, ну давай посмотрим. Ну вот смотри, я не знаю, комментировать тебе это или нет, может быть, ты увидишь сам эти разбитые тротуары, эти разбитые крылечки и так далее. Ну вот, если что, напоминаю, что это столица Латвии, Рига, да, это не какой-то там город, который находится на окраине Латвии, это не город, который находится там в 150 километров от Риги и так далее. Ну вот, смотрим. Здесь лужи вместо тротуаров, это все окей. Смотрим крыльцо, да, помните, какое было там крыльцо и какое здесь крыльцо? Ну, так что вот, чувак, если что, не ссри, мне сняв штаны. Зона 30 закончилась. То есть, соответственно, можно ехать на 50, а вот начинается дорога. Короче, дождь идет, я туда ближе не пойду, но это нормальный участок дороги, где надо фигачить на 50. Ну, как-то так. Там тоже на 30 особо не поедешь, ну ладно.